Имя этой золотоволосой могилевчанки с золотым голосом подходит как нельзя лучше. Ее зовут Злата. Когда она поет, невольно задаешь себе вопрос, неужели этой певице всего 12 лет? Да, вы не ошиблись. Это песня королевы джаза Эллы Фицджеральд, исполнять которую не каждый взрослый артист возьмется. С ней могилевчанка Злата Рыжикова выступила на международном конкурсе музыкально-художественного творчества «Славянские встречи», где перепела 67 вокалистов и взяла гран-при. Песню своего кумира она разучивала полгода. Я просто ходила и вот просто вот пропевала эту вот мелодию, просто вот ходила по дому, по улице, и вот я помню, как я ходила по улице, напевала, и люди на меня просто оборачивались и думали, что я такое говорю вообще. Какой-то инопланетянский язык, серьезно. Я просто... Джаз для исполнения не прост в принципе, особенно для 12-летней девчонки, и уж тем более, когда в песне нет слов. У нас не было летних каникул, мы приходили и буквально по фразочке, по маленькому скетику учили вот каждый день. И она все это терпела, и вот, соответственно, такой результат. Педагог Златы Ульяна Шелах – эстрадная певица. Она прекрасно знает, путь к успеху не всегда усыпан розами. Порой приходится идти по шипам. Но если ты по-настоящему влюблен в музыку, сцена тебя примет. Все хорошо, но забываешь, да? На улыбочке поем. Мягче в начале, да? И дыхание больше возьми перед нотой самой высокой. Прилежная ученица и маленький боец, Злата готова петь всегда и везде. Что, собственно, и делает. Конечно же, я занимаюсь учителем, дома постоянно пою, то есть мне постоянно жалуются, что я постоянно всем мешаю спать, потому что я в ванне пою, везде пою, на кухне пою, когда ем. Говорят, ленивых судьба тащит, а трудолюбивых несет. Для Златы Рыжиковой она уже расправила свои крылья. Вместе с гран-при юная могилевская певица получила приглашение еще на один международный фестиваль. Пройдет он в феврале в Санкт-Петербурге. Так что золотых тебе побед, Злата!